Люто сюжет, короче, добавили. Поэтому можно попробовать как-нибудь Starbound тоже поиграть. 4-4. Outmaster. Zap Grenade. Я выбираю тебя. Спидушечки еще. Нормально, 4. Короче, Олег, земля очищается. Сейчас ходил, шавухи все пооткрывались. Причем просто заходишь, там они убрали все стулья и столы. Ты можешь купить. Не то, что на вынос, знаешь, окошко. Ты просто можешь там ходить и выбирать шавуху нормально. Взять ее, купить, там, вынести. Типа нельзя там сидеть. Но они хотя бы открылись. Это уже хорошая новость, потому что, блядь. Значит, сейчас все будет открываться. Земля очищается. Так. Ты, блядь, обесрись. Ебучий. Шипы. Пинг. Естественно, не на кого кинуть. А, пинг, короче, это поджигалка. Олег, может, ты ретритуешься? У тебя две жизни. Давай я сейчас приду. Просто съебись куда-нибудь. Безопасное место. Я иду с роботом. Это уже безопасное место. Сейчас. Так. Надеюсь, я, блядь, туда пошел. Нет. Нихуя. Я тебе уровень принесу. Ты повредился. Так. Насколько ты далеко? Блядь. Щит надо нахуй выкинуть. Этот ебучий. Так, держи, держи. Опа. Где ты, пидорас? А, вот ты. Я их захуярил, сжег. А. Так, я же маг. Да. А хотя чё, пускай будет мгновенно. Олег, ты не привык к этому таймингу, можешь напортачить. А что такое descending? А, вообще, типа, что-то типа вознесение, что ли. Асцендинг. А, нет. Ну, то есть, асцендинг — это вознесение, насколько я понимаю, потому что час или как... Короче, к Skyforge дополнение это ебаное называется... Как же называется? Не помню. Книжку прочитал. Я могу ошибаться. Так, Дэв... Нет. Кал. Калы. Бесценинг. Defense плюс один, speed минус один. Всего лишь. Так что для меня это даже выгодно. Конечно. Ты же speed — это скорость атаки и передвижение. Блэд, надо... Есть камушек? Камушка нету, есть. Кинь туда что-нибудь. Так, теперь... Ну, на самом деле, для двух рыбок тратить гранату я ебал, правильно? Конечно. Что там, разборка питерская? Что он делает? Его клинит иногда. Блядь, сейчас было вообще опасно, пиздец, я чуть не чиркнулся. Так, вот такие штуки всегда, эти спуски всегда идут, ведут в ловушки ебучие. Так. Он дверь не может выбить, да? Пидорас! Я не знал, что можно туда таким макаром, блядь, разъебать себе все. Пиздец. Пиздец. Так, сейчас это там захотим. Один. О, давай вдвоем, вот. Олег, давай. А ты хочешь вообще ювелирно сделать? Давай. Я их спарю сейчас. Да не, скинь на него, скинь на него. Блядь, что ты творишь? Так оно же не поломается. Я сейчас сварю рыбу. Еще можно будет жизни подлечить. А можно даже будет
Блять. Только не опускайся вниз, а то тоже сваришься в Я этом парке. понял, я понял. Как так? Как можно все так продумать? Пиздец. Я, кстати, в каком-то пару сейчас был. Видишь, смотри, у меня накапливается. Да, это хуево. Нет, наверное, нет. Скорее всего, это просто я мокрый. Видишь, написано, я опять сухой, я мокрый. Пар же. Ну, типа, то, что у меня сопротивление. Все, да? Так, движочек. Движок сюда. Что там еще есть? Еще что, отстойно поломался нож. Прикинь, просто нож разъебался, который у него был. Прям было написано. Нож разъебался. Бутылек, ты можешь взять? Так, давай лучше вниз притащу. Давай на платформу, сможешь его выкинуть? Который подъезжает. Ну или положить, просто положить. Запит, братишка. Я не хотел, чтобы ты так окончил свою жизнь. Так, что, я хаваю рыбку. Пам. И ты одну схавай. Блять, а где они? Да вот. Опа. Вообще кайф. Слушай, я, наверное, щит выкину. Потому что я могу так сдохнуть случайно. Как его выкинуть? Просто нажми на него. Ну, нажми дроп и выйди. А, сейчас. Отлично. Так, а что у нас там? Все, валим. Че, каточка такая хорошая, смотри, у тебя и Блейз, и время. Все, заебись. Такс. Он теперь не въебывается. Вот это что такое, ты знаешь? Pipe to floor 3. Типа можно кидать все сюда? Или что? Я думаю, подожди. Просто будет переход. Нет. А, да. Можно кидать сюда. Nevermind. Короче, кидаем туда что-нибудь. Ну, когда будет варик. Давай, покажи, что ты имеешь. Frozen. Фиолетовый это Frozen. Оба-на, что тут есть? Сундук с этим. Тут трупов довольно много сейчас будет. Мы сейчас наделаем еще с нашим пацаном. Блять, вот только тут этот еще бы не помешал сейчас. Робот? Нет, бутылечек. Продавец тут еще на уровне, походу. Запоминай. Рубсес. Бля, дефенс минус 3. Олег, я запишу даже, наверное, на телефон себе. Монолит. Или сфоткаю, что я туплю. Запишу, вот пиздец, я реально старой школы. Я все время забываю то, что телефон может фоткать. Информацию можно просто в фотографии хранить. Так, сейчас фоткаю, короче, рупсис. Сейчас. Блядь. Нет, раздейт не нужен. Да нахуй ему. Ничего, я лучше просто выучу ее тогда. Мы сами вообще нормально справляемся. Нам детов нужно делать сундук из них. Робот, ты че стоишь-то, ёпта? Иди нападай. Оба-на, у меня есть фазер пл. Что? А, все хорошо. Фазер так, я не понял, ты сейчас... Нет, ты ее не отключил. Это что-то другое было. Я отключил случайно, наверное. Так. Видишь надпись на моем экране? Просто. Вот что это такое? Видишь вторая? Сундук ты сюда будешь тараканить, нет? Короче, мы запомним, монолит я фоткаю.
если чё. Чтобы мне его... Оба-на! Наконец-таки бутылёк. Так, блять, я, короче, эту гранату кидаю на этих тварей. Что такое? Что такое? Ты умер? Да, я решил скинуть бутылёчек вниз, но вместо этого он кувырок сделал. Нахуя ты так поступил? Так, сейчас я им устрою, блядь, расправу. Использовать, а потом кидать. Окей. На их сну, на удар кидай. Пока, пацаны. Ничего личного, хуичного. Ебать, просто граната настолько мощнее всего. Вот я пробовал огненную кидать. Ну, взрыв, просто взрыв. Меня просто разорвало нахуй. А я стоял за углом даже. Эй. Так, ну тогда уровень... Да, бери. Я беру. Чтобы вообще добраться до тебя с Дурдев. Классика моя. Чё, зачем я вообще их... Блин, у них ничего нет. Ну, у них есть трупы. Это для тебя. Как жаль то, что ты умер. Потому что могли бы открыть сундук. Так, может, мы его можешь... откроем. Я свое тело потом сделаю. Сейчас главное вот это. Идем пока. Что, блядь? Сейчас... Ну, главное сейчас будем сундук пробовать сделать. То есть ты предлагаешь мне сундук самому хуярить? Я ж не умею так делать. Ну, если твой робот сейчас умел это. Да нет у этого учителя. Тяжики таскать. Не может он. Хотя тут трупов вообще везде дофига. Где? Веди. Ниже. Вот сюда. Блять, почему нету еще? Да вон он стоит. Да сундук-то я вижу, почему у меня... А, ну, кстати, это же мой труп. Свой труп я могу. Здесь должен быть этот. Я падал вместе с бутыльком. Нужен бутылек. Так, давай сейчас сначала со всеми расправимся. Врагами. Пригодятся их. Там больше никого. Там огонь, там смерть. Нет. Да не огонь, я выключил его нахуй. А, тогда беги, посмотри, что там. Давайте, блядь. Так. Ладно, здесь переход и куча рыб. Блядь. Тухайте. Гранатки нету. Как ты вообще попал туда, скажи мне? В смысле как? Туда, в лаву, в эту ебучую. Как ты сундук взял? Я не взял его. А, ты не взял его? Тогда мы его не возьмем. Бутылек нужен. Просто я упал туда. По идее, бутылек должен был взорваться. Но нет. Все, это последняя локация, где вообще что-то есть. Не, может быть, я и возьму сундук. А ты можешь его притащить. Да, точно. Да, давай так и сделаем. Я буду с ним малофиться. Так, тогда что мне? Давай снизу, с самого низа, где... Давай, все хавай вообще. Все равно тебе все пригодится. Все хавай, но только чтобы не резнуться. Берем сундук. Да, так, давай не переборщить. Не беги, не беги пока. А, я могу вот сюда его. И его телепортируют в другое место. А, ну давай, я вроде всю карту открыл. Вот он. Так. Здесь трупы везде. Должны быть. Ну, здесь я, наверное, всех схавал. А, ты же схавал, точно. Так. Блэйд. Сейчас, заебусь я. Как мне его, блядь? Вот в эту стену кидать надо. В эту стену? Лицом в эту сторону стоять. Сейчас. Высоко прыгаешь и кидаешь.
Блять. Ну, не использовать, а кидать. Да я понимаю. Он берет все равно зачем-то. Дерьмо ебучее. Ну вот, смотри, типа я беру на X. Это кидаю, правильно? Так, сейчас спрошу. Ладно, да, мне придется еще кого-нибудь. Стой, еще попробую. Блядь. Давай я перенесу его через эту высокую. Давай. Может, у главы есть? Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем. Блять, только не говорите, что я не смогу с этим сундуком ебучим залезть сюда. Можешь. Yes. Блять. Блять, как это бесит. Не представляешь. Так. Могу так сделать, блять, сундуком не могу, хуйня, блять, из-под коня. Чё он не бросает его, мудак, блять, ебаный. Пиздец, мудила, блять, ебаный. Чё не бросает его? Направление укажи, куда бросить. Да указываю, он просто его, блять, кидает, вот, пиздец. Пиздец какой-то вообще. Фух, бесит меня это, блядь, хуйня вся. Ненавижу такой заниматься хуйней. Все, отсюда просто вот туда швыряй. Нет, не туда. А вот может просто... быть я его в третий этаж? Да нахуй, просто попрыгай и кидай его туда. Все. Ай, я взял его, да? Все, отлично. Так. Ой. Ой, это что, никого нету? Он издалека уже все взял. Бля, неужели я не смогу открыть его? Ну и с ним... Все, это последний был. Да я ебал рэп. Ты чё? Блять. Ох. Ну все. Нет, вот еще рыбки. Не? Сейчас, спущусь пониже. Да я ебал этот рэп. И что это значит? Все проебали? Да? А если я под... Хуйня, я подниму, я смогу его это? Че? Начать его трясти? Может, тогда он мои души тоже возьмет? Не возьмет, наверное. Ты его подними и... Давай на третий уровень перенесем его, если можно. Попробуем. Там возьмем трупы. Тут все, тут нет. Блять. Пойдем на третий уровень, не роняй только. Спокойненько неси. Если туда нельзя, то пизда вообще. Ну так куда, блядь? Ой, блядь, забываю, сорян. Сорян, Петрович. Так, идем вниз. Кстати, что-то он у меня и не тратит их. Странная хуйня. А может, один раз ты потратил, теперь можешь таскать сколько хочешь? Давай, попробуй. Или сюда кинуть хотя бы. Принести. Кидай, клади. Блять, что с ним не так? Стой, погодь. Нет, это не труп. Да, он не будет так хавать, пока ты его не потрясешь, по-моему. Так. Soul chest. Блять, охуительно, Олег. Теперь его там надо будет найти еще. Найдем. Так, идем. Так, теперь в магаз. И он накормленный хотя бы, этот soul chest уже. Магаз. Где он там? Направо. Направо. А, не, магаз, по-моему, слева. Пойдем налево. Я же, блин, сдохну сейчас.
Так. Нет. Нет. Сейчас, у меня эти список еще есть. Так, сейчас почитаю. По-моему, Шинин, вот Шинин. Шинин, да. Шип, что-то было. Так, сейчас, сейчас. У меня сфоткано. Монолит и Ропсис. Роузис. Роузис и Монолит. Кримсон Монолит. Да. Пускай нас. Мы очень добрые покупатели. На втором этаже офигеть появился. Кто он? Ха, будет лёжный, блядь. It's all for sale. Не знаю, по-моему, уёбище. Он даже... Так, он чисто даже... этот, алхимик опять. Да. Ну, конч. Убивать я его не стану. Он меня ушатает. У меня нет вообще оружия никакого. У моего пацана и у меня тоже такое себе. Короче, конченый какой-то продавец, пиздец. Так, теперь, короче, мне нужно, чтобы ты... Стой, стой, стой. Я вижу все. Бутылек кидай туда. Так. Не, давай сначала исследуем. Хуйню, блядь. Сука. Я же тебе говорю, бутылек кидай туда. А это да. Что? А это что вообще было сейчас? Это, блядь, попался какой-то этот... слизь. Полез туда. Охуеть. Так, у меня бутылек есть, я просто хочу... Блядь! Что? Что за хуйня? Я же нажал просто прыгать. Ну, кстати, это тот же третий этаж. Я дальше не пошел, все нормально. И тот был плохой. Этот, может, тоже плохой. Так. Пинг. Наверное, это заморозочка. Ой, блядь, зеленый бёрнин. Разберись этой слизью. Так, зеленый бёрнин. Давай ты теперь мне скажешь, какой вот этот. Розовый. Вот бёрнин, блядь. Низочка. А розовый что там? Замораживающий. Кайф, кайф, кайф. Блять. Как ты так безопасно стреляешь Бёрнином, робот? Так, Magic in Motion, нахуй. Почему? Можешь потому этот... что я буду... Я не пользуюсь магией. А-а-а, точно, точно. Блять, ладно. Пускай, пускай там будут разборки. Все. Сгорел. Опа-ча, опа-ча. Вот, видишь, почему я не пользуюсь? Сейчас я просто возьму и стану охуевшим пацаном. Так, робот, отойди, что там было? Бутылёк, какого хуя ты вообще это? Какой ты взял камень, блядь, скул. Бери бутылёчек. Должен все в опознание. Блядь. Когда так можно на шипы упасть? Да можно, блядь, легко. Так, 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 давай. Майти, вообще класс. Спасибо. Ну я тоже себе. Хотя бы майте. И поэтому я и выиграл. Дерьмо ты. Уе. Так, сейчас мы вот это вот обезвредим, говно. И начнем рэп. Сколько у меня вообще? Improve myself, конечно. Да, да. Да, три не будет уже, да? Но робот теперь должен просто меч какой-нибудь найти. Я. Фух, тогда сейчас было потно. Когда ты один бегаешь, какое-то напряжение испытываешь, потому что ответственность тебе какая-то. Так, если файт не надо, давай мне все-таки. Ну, хоть что-то. Многого я не смогу. Так, значит, ты будешь делать робот. Че, фиолетовый? Что? Что делать фиолетовый? А просто им кидаешься. Ты уёбище, блядь. У меня одна жизнь. Пиздец. Да? Не лезь на рожон. Да, вообще буду. Я ещё прокачанный. Класс, класс.
рыбы. Давай не сюда пойдем. Ты сейчас отравишься. Убегай, убегай быстрее. Deadly distance. Там сверху лезет хуйня, блядь, ебучая. Сейчас меня уебашит. Робот, разберись хоть как-нибудь, камушком там постреляй. Вон, бери бутылек, блядь, робот. Во, красава, иди, иди разбирайся со слизьми. Слышь? Они хотят на нас напасть. Во, вообще, то, что надо. Так. А, кстати, слизи... Что я вспомнил, Олег? Слизи можно кидать оркам в ебальник. Они, ну да, говорят, они такие, типа, слепые. Да, да. Мы забыли про это дерьмо. А что, если я сейчас возьму и сделаю бёрнин? Она поджарится? Вода? Кахуй его. Да, попробуем. А, он что-то уже какой-то яд взял, что ли? Фига. Олег, ты знаешь, что эти улучшения сделали? Он вместо двух раз, четыре раза теперь хуярит бутыльком. Это просто лютая имба. Четыре раза. Имба Петрович какой-то. Так, куда теперь пойти-то? Так, с одной жетухой. У тебя, кстати, две, Олег. Тоже осторожней, пожалуйста. Мы на третьем уровне уже. Скул ты взял и меня испугал. Так. Блюпоушен? Дай, 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 дай бутылек. Это что такое? Ты знаешь его? Блядь. Нет. Я надеюсь, что он сейчас не лопнет. Ничего не лопнет. Так, берем. Сейчас я... Сейчас проверим, что это такое. Надеюсь, это какая-нибудь заморозка. Хуй знает, что это такое. Вода, наверное, обычная. Может потушить? Нет. Как круто, что он столько раз теперь может пуляться. Там, по-моему, ничего нету. Сверху бутылек. А, слушай, сейчас лопнет бутылек. Сейчас будет корка. Какой? А он, который внизу валяется. Блять, он с огнем был. Где? В лаве был бутылек, да. Но он с огнем. Да не будет ничего просто. Он в лаве, господи. Никому не умирать, никому не умирать. Что это было сейчас? Блять, не пугай меня, Олег, пожалуйста. Я пугаюсь. Стой, убери своего робота. Я сам уберусь, пожалуй. Так. Так, чтобы сказать, что игра сложная, это вообще, типа, не сказать ничего, ёбаный в рот. А где этот чувак открылась, да, вроде, нет? Нет. Там. У меня кровь, сука. У тебя... Блин, Олег, ты можешь рыб поджарить, чтобы похавать, да? Есть они вообще где-нибудь тут? В теории, да, в теории могу. На локации них нет. Грибы ебучие.
Бля, я сейчас не хочу умирать вообще. Ну, что тогда левел возьмешь? Да, если можно. Так, это где? Ну, слушай, здесь ничего нету. Можешь не идти сюда. Сейчас я Давай, тебе ты несу. принесешь, я плюс робота еще прокачаю. Я 3 раза не качал его. Что вообще будет? Это будет терминатор какой-то, наверное. Так, все, вижу. А, ты, блядь, сорян, Петрович. Пойду сейчас к этому сразу. Так, дар блок по любасу. Дефенс по любасу. Так, сейчас, 5 сек. Пауза.